Да, очень хочется порадовать вообще себя домашней игрой, почувствовать зал домашний, потому что он тоже очень долго был в ремонте. Даже тренировочные процессы проходили все в малом зале, поэтому кусочек волнения, такого трепета есть. И, я думаю, он все равно уже пройдет только во время игры, потому что заранее ты никак к этому не подготовишься. Такая программа расписана, получается, на практически даже до Лиги чемпионов уже с акцентом на иностранные игры, поэтому готовимся постепенно, но с мыслями о необходимости там пика к играм в дальнейшем. Команда в начале сезона не всегда показывает свой результат, и сейчас много времени на подготовку было с последних игр, так что я думаю, к любой команде нужно хорошо подходить. Я думаю, будет, да, хороший разбор, подготовка, тем более там все равно играет Вита Акимова, которая тоже, мы тренировали ее, мы готовили. Вот она, да, она очень хорошо провела прошлый тур. Летом в сборной себя показала по своему возрасту очень хорошо. Я думаю, это будет основная бомбардирческая сила этой команды, поэтому будем разбирать уже чуть ближе к самой игре. Состав обновился, да, и игроки многие выступали в хороших клубах. Конечно, перерыв у некоторых был длительный, но при этом также и тренер у них достаточно хороший, так что не стоит, я говорю, команду недооценивать.